Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную квартиру в Махмутларе, очень просторную, под ключ. Быстренько сниму инфраструктуру, поднимусь на четвертый этаж проекта. Здесь вот такой бассейн, не маленький, не большой, где-то 10 метров в длину, 6 метров в ширину. Есть беседка, зона барбекю. Вот такой просторный сад, ухоженный. Айдат у этого проекта 150 лир. В лимон от меня подарок. Он так висит на дереве. Хорошо. Что-нибудь нового для вас найду, дорогие зрители. Найду сейчас, его. Подождите. Сейчас. Вот такая беседочка. Виноград там. Сидишь, кушаешь. О, подарок. Такая вкусняшка. О, нашел. Вот зона барбекю. И бананикус. Срезали и увезли домой. Я вам ничего не говорил, короче. А то потом нажалуются на меня. Вот здесь такая парковочные места для такие парковочные места для велосипедов. Парковка у нас с улицы. Вот такой вход проект. Здание 11-12 лет. Присутствует лифт такой хорошенький, лестничная площадка, мрамор везде. Поднимаемся на четвертый этаж 10-этажного проекта. Поднялись мы. На этаже у нас 3 квартиры, 2 там и 1 рядом. Вот такая лестничная площадка. Вот. Идемте дальше. Вот наша квартира. Разуваемся. Начну я со спальни. Здесь 125 квадратных метров общая площадь. Сама квартира, жилая площадь, тут 105 квадратных метров. Вот такой платяной шкаф. Качественная мебель. Видите, да, как качественно. Здесь... Спальня просторная, где-то 14 квадратных метров. У нас присутствует санузел у хозяйской спальни. Такой, с душевой кабинкой. Посмотрим. Вот такая. Два балкона просторных. Если ребенок играется. Вот такой вид на здание. Здесь у вас вид никогда не закроется. Вот такой просторный первый балкон. Там парк есть, там еще один парк сделают. Расстояние до моря максимум 430 метров до соленой воды Средиземного моря. Идемте дальше. Здесь у нас вот такая прихожая, очень просторная. Здесь у нас вот такой санузел. Душевой кабинки нету напрямую. Чим-чим. Так, здесь вот такой у нас консоль. Здесь у нас вот такой шкаф. Место встроенное. Стиральная машинка стоит. Фирма. А ну-ка открывайся. Арчелик. И вот здесь у нас вторая спальня дополнительная такая. Вот здесь где-то 11 квадратных метров. Вот такая спальня. Сейчас мы выйдем в гостиную комнату. Гостиная, совмещенная с кухней. Вот такая она просторная у нас. Мебель можете что-то поменять, добавить гарнитуру, аксессуары всякие. Мультик я отключу. Так, звук убавим. Так. Просторный балкон второй сейчас покажу. Вот это такая кухня. Холодильник. Арчелик старенький такой.
посудомойка тоже старенькая. Короче, бытовая техника уже старенькая. Так, выходим на балкон. Вот такой полукруглый, просторный балкон. Вот такие виды тут. Видите, да, как красота смотрит на соседнее здание именно с этой стороны. Но здесь очень красиво. Смотрите, смотрите. Видите, даже Utopia World отель видно. Там вечером освещение. Короче, дорогие зрители, неплохой вид. Вот бассейн с высоты покажу. Вот сад ухоженный. Бананы есть, лимон там. Гранаты были. В гости позовете, когда уже эти фрукты будут спелыми. Так, и эта шляпа я себе заберу. Шапочку, кепочку. Все. Хорошо, что я снимаю подарки, зарабатываю. Вот, и вот такой просторный балкон, дорогие зрители. Можете застеклить, но не советую. Айда здесь 150 лир. И хочу подвести итог о этой квартире. Проекту 11-12 лет, находится на 4 этаже. Сейчас час 13:00, время съемки. Сторона это южная и восточная, юго-восточная сторона у этой квартиры. Море у нас в той стороне. Рядом присутствует магазин MM Migres и тому подобное. Все, дорогие зрители, главное, цена этой квартиры 67 500 евро. Номер указан в описании, в профиле также. Пишите, звоните. Telegram, Viber и WhatsApp. Звонить не надо напрямую, не тратьте свои деньги. WhatsApp все присутствует. Также у меня есть другие варианты, но желательно присутствовать в Алании. Также я могу найти вам квартиру по ипотеку. Но сейчас документация немножко есть сложности. Занимает 2 недели процесс, плюс в топу там зависает. С вами был мистер Агаси из Алани район, Махмутлар. Всем пока-пока.